На заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба в Чувашской республике обсудили задачи на ближайшее время. По статистике, во время новогодних праздников возрастает количество пожаров, случаев обморожения, различных травм. Люди теряют бдительность, поэтому сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств, служб жизнеобеспечения и органов власти должны быть бдительными вдвойне. Глава Чувашии Михаил Игнатьев попросил уделить особое внимание обеспечению бесперебойной работы коммунальной сферы и дорожных служб. Все должны находиться в постоянной готовности и соблюдать алгоритм межведомственного взаимодействия. Обсудили и вопросы антитеррористической безопасности.